Привет тебе из родного дома, мой дорогой муж. Вчера получили твое письмо, читали все вместе, радовались, что с тобой все в порядке. Хотела сразу же написать тебе ответное письмо, но дел домашних было много, потому пишу тебе уже сегодня, 15 июля. Во первых строках своего письма спешу поздравить тебя с наградой. Мы очень гордимся тобой, наш дорогой герой. Это как будто медалью за отвагу наградили не тебя одного, а всю нашу семью. Мы очень ждем твоего возвращения и радуемся каждой весточке от тебя. Дома у нас все хорошо. Вчера был выходной, и в гости заходила тетя Тася. Принесла немного молока для Тимошки. Сказала, что писем от Алексея не получает. Так и живем с соседями, помогаем друг другу. Приезжал дядя Нарбо, рассказывал новости. Им тоже нелегко. Все мужчины на фронте, в колхозе остались только дети и женщины, да старики. Дядя Нарбо сказал, что тетя Ханда получила похоронку. Но мы не опускаем рук и трудимся, чтобы помогать нашим солдатам на фронте. Потому что все знаем – сильный тыл, сильный фронт. Некоторым приходится тяжело, ведь работаем мы помногу. Рабочий день начинается в 9 часов утра, заканчивается в 12 часов ночи. Выработку подняли до 300% в сутки. Потому и смена стала длиннее. Но нас обучили стахановским методом работы, и дело теперь идет много быстрее. Недавно коллектив нашего театра порадовал нас концертом. Они на днях вернулись с линии фронта, где выступали перед нашими солдатами, их командирами. И знаешь ли ты, было чувство, как будто с собой они привезли частицу вас, наших дорогих защитников. Всем девочкам концерт очень понравился. Хлопали долго и даже не хотели отпускать артистов. Как же хорошо и светло становится на душе от их песен. Когда ты вернешься, мы обязательно сходим в наш театр на спектакль. А еще самая главная новость. В январе нашим работникам электростанции на заводе вручили переходящее красное знамя. Вот такие ребята и девочки работают и живут среди нас. Настоящие герои. Дети на прошлой неделе со своей учительницей ходили навестить раненых в госпитале. Читали стихи, пели песни. Наши бойцы радовались, благодарили детей. Тимофей читал отрывок из сказки Пушкина. Если в двух словах рассказать тебе о нас, то все у нас хорошо. Не тревожься. Ты береги себя, дорогой мой, но и врагу пощады не давай. И пусть сейчас нам тяжело, но мы обязательно победим фашистов. С приветом к тебе, твоя жена.